записался. Я когда в гильдию пришел, там филы были, и мне сказали, что собирай сову. А потом килам бин манас. Вот я и говорю, белку надо спекать во второй спек хила, пускай за двоих едет. Второй спек. Белку скоро в сметник выкинуть за ненадобностью. Как-то не надо вместе. Он по Долорану сколько бегает. Алло, алло, привет всем. Привет. Войд, ты что-то пишешь? Я немножко контекста не понял, чего такое. Ну, плюс-минус. Большой плюс и маленький минус. Ну, трех боссов, да. А в чем вопрос? Не вопрос. Обращайся. Сапровые танки — это мишки. Вары удовольствуются блоком и ждут 4-6. Ну, я говорю, ну, у Вара в бисе нет сапровых шмоток, по факту. Все либо блочные, либо, ну, какие-то уникальные вещи а-ля как кольцо Зорта. А то, что сапровые шмотки ты видишь, вот с первого босса плащ, кстати, он бис на тебя, вот этот. Нет, ну, он, короче, бис на А, на мишек и мишку. на ДКшников. Мантия королевского стража, это ваше все. Кольца вот с того же Супрему, с сапрой и броню, это тоже не варовская тема. Они немножко сейчас по сравнению с остальными танками отстают. Мой речь мне, пожалуйста. Но обычно это блочный класс. Открытие утверждает, что антирелигию сейчас чпокнут. Я сейчас вас Ура. двоих раслю. А нет. Да. На мишку пояс сапрот. Танк. Если ты про Мишку, то да, кожаный пояс с Гаганаша и лови чарку, либо единство с природой, которое у тебя переменный сапрот дает тупо на всю магию от 2 до 10%. А, либо защитник, считай, как маленькая, как маленький ревностный защитник. По факту это все как бы У тебя в чарки. гайде на друида все это написано, но я к тому, чтобы ты просто не рассказывал в тысячный раз. Там чел расписал все чарки, вся их полезность, Да, даже в процентных кстати, соотношениях. скидывали хороший гайд. Там вот еще третью чарку предлагали на... Да, на увечье. Но она, как и описывали, она ситуативная. А тогда, по сути, тебе пояс оттуда достать и четко, а все остальное ты будешь с этим носить. То есть ни плечи тебе оттуда не подходят, ни тапки, потому что таких нет. Единственное, у пояса, ну как, пояс он сам по себе, ну, по этому левелу, он, ну, будет достаточно сильно уступать 297-м аналогам. И он дает один бесполезный стат, это скорость. Так что его можно брать только из очарки. Я вот, знаешь, я на друида на своего выбил, этот пояс выбил очень быстро, а чарку я на него нормально так и не сролил. Я начал носить 297 с хиджала. Обычный кожаный РПБ крит. Все же профита больше. И сейчас его планирую поменять на крафтовый, который поясок для
Ну, с ножами для снятия шкур, потому что там меткость есть. А Мишке меткость поначалу собирать тяжело. Если чисто шмотками. Что-то как-то долго они улью собирают. А вон чувак ЦЛК собирает еще с обеда. ЦЛК — это вот то, что один анрол, остальные типа ролятся осколки? Или не та? ДКшка какой-то собирает. Прям как мы на прошлой неделе. А. По-моему, он. Он что-то писал. Один осколок анрол, остальные паролы. Стимулайн, Чарльз, ты тыкните по этому кусу. А чё, где у нас РЛ? Возьмите на замену хотя бы чувачка. Он всё-таки подписан был. Так должен быть, если подписан. Ну, не знаю, как-то. А кого ты? Да вон Дэха пишет, типа, а чё, ещё не собирали, что ли? Пати ему не кидали. Васим. Васим. Да, Тём, сейчас, секунду. Там. Он не подписан. Как не подписан? А я не вижу. А, вот вижу. Ну тогда ладно. Где у нас? У диска страти, малей. С костра уйди. Рядом стану. Вот. Нужно вокруг с костра танцевать. Ну, 5000 анбафов. Ну, или можно чуть меньше. У меня он 4800. И... Если ты про показатель. Да, 5... Ну, 50. Да, 5000. Там 1000% от показателя. А тот босс, которого просто бьем и все, да? Да. Ну, то есть штурман твой... танк. Че кто? Ну, получается. Если ты танк, ты что? А как же вайпаться на его... Не-не-не-не, я меликом тут не люблю, ребят. Я начинаю прыгать, и он меня в полете отбивает. Самый, я тоже прыгаю, и он меня убивает. А вот я говорю, просто привык, если говорят, на боссе надо двигаться. И чтобы не тратить время, я... Не шагаю, а я прыгаю. И получается так, то что самое. Я в прыжке не могу поменять направление, и он меня вылавливает. О, Марго зашла. Когда где зайдет? А за в частном было? Было. Где водительница маршрутки-то? Кстати, а это снижение-то было, нет? Как он там срез? Было снижение. Что теперь? О, нолик показывает, как красиво. Тём, что ты там говорил? Говорит, присоединяйся к танцу. Где танец? Ой, да ну. У меня, кстати, есть идея трансмога. На паладина? Новую пуху нашел? Вообще, в принципе, на игру. Вот Тёме на варвара зайдет. Марго, привет. Да. Возьми на замену вагончика. Какого из? А, ну, понятно. Давай я тебе отдельно сейчас объясню. Да там просто это, Варчик Дэха писал. Он и подписан был. Вы не знаете, у нас уже был. Че нет? Знаем, ник, я до тебя бачу.
Рыбку стоит кушать. Королева. Только не настоящего. На фулу, на штурмана все. Груделя, груделя. Где? Вот они, вижу, крутятся, вертятся. Сейчас обновлю. Мысление, пожалуйста. А где еда? Я же ставила. Вы все съели? Стоит. А, вон она стоит. Уходите от нее. Антирелигия, Суми, копытка Чарлис, еда. Фласки, вот все эти люди. А сейчас пьем, пьем. Локи, там на всякий случай СС киньте на кого-то из хилов. А зачем на хилов? Они стоять будут. Чтобы резнуть потом. Чтобы если вдруг упадем, чтобы потом резнуть можно. Ну ты в нас не веришь так. Ну вот фу так не будет. Я сказал на всякий случай. Что значит если вдруг? А ни хрена, ребята. Давайте без падений. Настой, антирелигия, клубничку, сургут. Вон лучше на кола докиньте. И на бой карач. Ты в танк кинул. Танк не умрет. Нет. Акула точно умрет. Так, Расим, предлагаю не хилить штурмана, потому что он танк, он сильный. Ничего, ничего, я на магике эту вспышку звезды пережил. Я бы хотел в пати к Якубу. Зачем? Дар, у тебя есть пробок? У него созвездие красивое, и варвар ему не нужен, я думаю. Я думал, ты в ДД хочешь. Да. Все, все готовы. Марго, просто 10 секунд отсчет. Да, без проблем. Так, наплыл в кого? В штурман, у нас только один. Штурман, даю отсчет. Улили. Инер Марго дайте.
Около то 5 секунд. Еще поднимать? Нет? Нет? А моему другому пёсику вот так всякое течение на копыте. Скоро было будет. Давайте ПЛ. Максимальный ДПС. Ох, зря купа поставил. Да, блин, гребаная привычка, блин. Кровотечение. Колоссальный раз. Два в конце пятого сдам масса. Ну там у меня еще гимн еще есть, еще есть. Сейчас будет пятый. На грохот буду сейвить. Белка диспель. Давай свой грохот, сдала массакру. Расим, твоя будет следующая. Говори, когда транквил. Расим, давай грохот. Давай этот сакру грохот. Азули, смотри, сейчас пошли колоссальные. Охренеть только грохот. Поэтому сейчас закончится серия колоссальных. Четвертая. Ну, в конце пятого надо будет поднимать рейд. Вот сейчас пойдет пятый, и 10 секунд 8 диверсин. 6 секунд диверсин. Короче, Азули, сам смотри. Грохот пошел. Сейчас дам. Давай на хп гимн. Да добивайте уже. Ну, конечно, добивайте. Это хил там. Библия издает. О, все равно немножко не вписываемся в этот... Истина. А, это, наверное, потому что люди... Друиды там, Локи, поехали сразу ко второму, я ролю пока что. Все боты, мать твою. Хватит тебя вспышить. О, это бисовая штучка. Боты ставить будешь, нет? Это на... Марго, я уже слез от этой иглы. Надо пробежать за дракона, да? Да. За вот этого ли я сам. Юзать когда? Вот от угла юзай и беги. Прямо через него беги. 5 секунд у меня этот. 11 секунд.
Тим Алейн. Ага. Кинжальчик на себя. Подумаю, да. Могу с тобой побежать и это дать тебе. Ну ладно, я тебя уступлю. А у тебя все равно прибыль. Вот эту вот штучку дать. Ну, я не знаю, у тебя есть оффенд, потому что у меня оффенда нет. Если ты его прямо сейчас оденешь, прямо я не буду рубить. Вижу. Что говоришь? У меня этот. Меня убили. У меня был ручка. Я тебя подниму, не вставай. Это понятно, оффенд есть, типа, чтобы кинжал сразу одеть. По-русски скажи. О, Влад, дай подержи. Пожалуйста. Турман. Че? Будешь пробовать ставить символ? Ну, мне интересно попробовать, я думаю, есть тема. А. Ну, ты будешь его сейчас ставить? Это, что? У меня просто сейчас нет его. Я думал, тэпаться, не тэпаться, пока трэш. Да я сейчас тэпнусь тебе куплю, принесу. Ой, да ладно тебе, сколько он там стоит? Да копейки он стоит, я ничего сложу что-то. Спасибо, Зо. Давай, Зуль, собирай. Так, Тим Алейн, иди сюда. А, ты убежал? Я у трубы. Ну ладно. Дашь потом подержать? Пожалуйста. Вот выбьешь себе и подержишь. Да, да, да. Как это? Нечего царский кинжал трогать. Вот оглушили, убили. Ой, там еще какой-то капюшон падал. Якуб, Марго, тут? А, ты самое. Если что, я это готов к субботу. Я купил тебе. А у нас тут эти прилетели. Гады. Сейчас мы сдохнем. Они внизу не бьют. Они бьют здесь как-то... О, если выйти от них подальше. А малый, если... Малый, бой висит? Да. Я пусть БРом поднял. Колот, выйди так, чтобы умереть. Якуб. Что такое? Возьми варчика на замену, хотя бы уже 4 раза плюсовал. Штурман, умри. А, все. Иду. Сейчас. Это странно, а почему он так повесился? Вкусен на меня. Себе агро. Ну что, что мне делать? Убегай от них, чтобы они тебя застрелили. Так я около босса стою. А, ну они к тебе сейчас придут. Иди, только не вставай. Тим Алейн, если бой не повесился, лучше в кота. Прыгай и в инвиз. Хруст, короче, можешь сесть на коня и пробежать по краю, по стенке. Вот в ту сторону, в которую... Ребят, сейчас дам масрез. Это, не хильте ничего. А то мало ли опять повесится. Подожди, ничего не давай пока. Да. Там уже вкусен. Понял. Жень, на тебе есть бой? Да, к ней вон летят. Да, да. Не вставай, мы тебя сейчас поднимем. Уже подползли. Летает. Я компьютер перезагружу, у меня Вов залип как-то. Давай. Ставим здесь или дальше где? Вот, видишь, где Шелби стоит, вот там и ставь. Куда побежал? Я же вижу, куда побежал, к нему. Так нет, он к тебе побежал. Ставь как.
Давайте как-то активнее суммониться, а? Давайте. Я тут, меня не надо. А, точно, спасибо. Я перезахожу на медведя. Ты малая, дашь? Будете 4 хила, но с медведем. Тебе плащик надо? Так, нет. Кто еще не здесь? Кого надо? Смануть? Меня, подожди секундочку. Не это самое. Дайте я зайду на друида. Тихо, спокойно. Скините меня, я кидала. Да, без тебя пройдем. Я даже не удивлюсь и буду безумно рада, если честно, ребята. Олеся. Как только вы начнете закрывать листы без меня, я буду спокойненько лежать на диванчике, чилить и просто гордиться вами всеми. Слушай, мне показалось, или лимит голды на починку повысил? Нет. Ты меньше чиниться, меньше стал это самое ломаться, может быть. Не волнуйся. В смысле, селти? Не будете вы ленить? Мы будем водить только пугарить. Где у нас Руслан? Пугарить вообще идеально. Пугарить так можно набрать. Нет, просто если будут ходить наши, будут водить гильдейские. Дим, пугарить, я видел, там уже собирают. Промол просто. Сейчас мы приоденемся, Азулис, и будем, короче, первых двух боссов ЧК собирать. Да-да. С анролом на босса. Да. Давайте поставлю, ребята, давайте все поедим, потому что трэш здесь тоже нифига не сладкий. Да, дайте фоури, да. Пожалуйста. Нет, тут урон. Говорю. Пугарей, да, если нашими, то вообще лучше. Очень обрезанно жарился. Сюша, ложимся спать. Тёма, что тебе пришел фун? Там у нас темный просит групплут. Так стоит же групплут, по-моему. А, уже поставили? Я еще на паладине ставила. Анфазик же ливнул с гильдии. А что-то случилось, или я просто увидел, что ливнул? Я хз, кто это такой, не важно. Я тоже хрен знает, что это такое, но вот было весело. А что ливнул? Человек ушел в Пуфендуй 2 часа назад и плюсует нам в рейд. И мало того, там охотник с камнями на силу. Не знает, что такое метка. Ну, ой, извините, да, на выносливость. Но при этом не знает, что такое метка на гидрице. Дракон. Это что, друг или это просто совершенно рандомный чувак? Рандомный. Анфазик, я не знаю, кто это был. Тесто 2, блин, трындец. У нас, знаете, сколько таких весест уже было? Весеста 2, весеста 3. Именно нарицательное. Ребята, а нахера вы так много пуляете всех? Мы сильные. Да нахера вы не сильные, вы сейчас сдохнете нахрен все. Я дал транспорт. Какой диван, я друид? Мегаенька. Хотели написать. А не диван. Сейчас приду. Не, в углублении. Было больно. Покончилось. Ну, одного убили. Не, вот с этим чертом тяжеловато. А дракон? Вы так подумали, что тяжеловато, да? Может, это БФ тогда, раз диван не можешь. Все хилы дохлые. Мы ни одного не убьем? Не знаю. Марго, может, через друидов там раздать, чтобы не сумониться, а то мы еле добежали. Яков стоит. А. За диваном. Быстрее упасть. А так хотелось. Ладно.
Вы не убьете, что ли? Не, мы победим. Марго, поверни спиной, домри, наконец-таки. Да, форма там снять, человек сразу шагнет. Марго, форма. У нее там дикое сопротивление. Еще и прошивка. Расплывет меня на вайш, по-любому. Это броня скоробея. Она стакается просто. Так, либо сейчас я за механиками не уследил, либо за нерф или что-то. Нет, нормально. Что, может, рыбку? Поверишь, еще рано нет. Давай. А что, куда все поливали-то? Не встает никто. Вот так это намаз. А. Сейчас, секунду, сумки найду. Спасибо. Тыкните. А убери ты колду. Ну тут еще, он зря летал за ноги. Когда ноликов не хватает. Давайте попробуем вместо вот этого. Рыбку ты кто-нибудь стой. Скорость горит. Мы уже тем, что дюлями похавали. Да, я поддержу обязательно транс. Марго, в прошлый раз сколько хилов убивали? 3. Можно меня спекать обратно в салу? Не 3, там 4 было. А нет, тебе показал. Ты так. Хил. Над нами драконы летают, как-то опасно. Вы там Старфол не езжайте. Может, выйдите в этот ствол огня, чего в нем стоит? Какой огонь? Нет никакого огня. Турбан сейчас напулил себе. Угу. Ну, слушай, работа символа даже визуально отражается. А что, этого не будем? А, дракон. Назад, назад, назад. У нас там сзади дракон. Не, он не сумел напулить. Что-то в бошку прилетело, не сломал. Перебивайте в хп. Да ну. Я просто хочу в сторону куда-то. Стойте, стойте, Чарльз и Ресни. А, все, Ресни. Ну, Шарас, ну. Где шпагон? Это нормально. Не, это мы привыкли, конечно. Подожди, у нас... Демона впереди. Сверху. По одному, там сверху. Штурман, подожди, пожалуйста. Еще сзади летает еще один. Уже... Я уже... Давайте этого давайте. Потом драконов. Не трогайте, постарайтесь драконов.
Что вы, Тималейн, Старфол не вязать? Слушай, а драконов же можно подвое, это демоны опасны. Как бы закурить два дракона и демона, ну, вообще не очень. Ну, это три было, уже перебыл. Я поэтому говорю, давайте лучше по одному, целее будем. А со Старфолом вы за вы просто всех загрите. И босса. Что орёшь? Не, босс еще пока не достанет. Он как раз на драконе летит, агрил. Вот и забирай. Ну, там большой бьет. Не агрил, бьет. Большой не дойдет, подождите. Давайте чуть назад и дракона сюда. Там еще одного, что ли, дракона напуливают? Смотри, второй летит. Я же говорил, сзади еще летает. Мы там не всех убили, а мы вперед пошли. И когда он уже спустится? Потом заберись меня. Этого. Растим, у меня аддон показывает, что я транквилом мимо хилю. Бывает. А в кого он там пытается? Ну, то ли фонтанчик этого. Как там? Капетов? Ну, фонтан от приста, который... Есть у нас такие. Да, или же от локов что-то там. Ничего страшного. Морковь, он большой идет. Давай, давайте штурман, штурман, давай этого большого. Нужны шмотки на меткость. Мы чистим вот этих маленьких. Посередине? Да, что в центре. Если ты ни разу не отлетишь, то их не нужно чистить. Бухая сова Старфолу, не хозяйка, если что. Хорошо, что ты не пьешь. Подходит, подходит. Вон пойло висит. Да я понял. Ну, Агри, как раз добиваем. Полетел, полетел. Смертник. Фига. И пришителен и полон сил. А, я думал, слева дракон тоже. Смена цели. Ну, дракона. Летит еще один дракон. Лови. А то он на меня как-то смотрит. Вот именно поэтому сначала чистят драконов, а потом их убьют. Больше трэша. Именно поэтому мы пулим всех. Еще одного зацепили, но вы... Не-не-не, это они призывают. Это они призывают. А, призыватель, точно. Страшные вещи творятся. Да не, тебе бы казалось. Тималайн, залей Расиму Инер. Рина Расим заныкался. Я даже не знаю, где он. Вроде где-то рядом. Переталкивайте того, кто летит. Он на мне висит и не двигается. Я могу побегать. Я типа переталкиваюсь. Помогает? Он помогает. Типа на мне висит, на мазихаке теперь. А теперь на что? А теперь на религии. Ой, короче. О, чуток подвигался. Перенаправление в антиреликии. Не, ну он, конечно, калит на самом деле. Прыгай, Агри, прыгай, Агри. Не, ну его надо заагрить, спрятаться, чтобы он типа пошел тебя доставать. Он там, смотри, еще один с другой стороны. Сейчас садиться будет. Или не будет. Я развернулся. Штурман танчи, я пойду меточки поставлю. Хорошо, по одному. Один спускается. Один. И хватит.
Нет, вот он подождал, пока у меня стаки спадут, и сейчас начинает спускаться. Что ты хотела сделать? Сейчас подлетит, заберу. Ой-ой-ой. Зачем? Дайте прохил, порой. Ой-ой-ой. Блин, ребят, я их даже ударить не могу. Зачем вы по несколько забираете? Это вы много? Кастеры, ребята, ловкие, ну... Я вам говорю. У меня всего два броска. Марго, там сныкайся, может, спрячься. Реснешь нас. Я вроде не в бою даже. Тихо-тихо-тихо, Якуб. Ты видишь, я бегу, ты бежишь за мной. Я как сапер. Иди. По одному, пожалуйста. Там резать? Их всего два осталось. Ну что, лежите, ребятки. Мы там не добили двух. Ну, мы обратно. Не доели, а мы голодные. Все к маме. Не, не хочу к маме Рейло, она будет отчитывать, потому что мы два раза вайпнулись. Не важно. Так не забываешь, но трэш два раза вайпнуть. Старого сейчас цепанете аккуратно. Цепанули. Понял, нормально. Зависло? Да. Да. Нет. Да. Ну, нет. Я, короче, просираюсь еле-еле. Ну, типа, кастуется как-то. Не работает вроде. Я встала. Ну, хорошо, что хоть не на боссе. Хорошо, не на боссе. Да, я еще не встал. Ну, в смысле, на фразе? Бойца. Вот это пролагало. О, прям вообще. К дракону его было 15 миллионов, и просто максимально быстро он умер. Я охренел. Там это юзер просит сломать. Бой висит еще пока. Ничего не знаю, я без кольца. Лови. Или давай я за грех, хочешь? Да. И убегай подальше, чтобы он типа тебя искал. Не достал? А у каких магов самая дальняя дистанция боя? Ну, просто, по идее. Глефа, сила, выносливость на мишку. Узнаем через неделю, когда магов реворкнут. Там же им сеты будут трогать. Ну, я надеюсь, что арканов немножко сделают. Ты арканом хочешь играть? Да, там одна кнопка, играешь, кайфуешь. Да, Инер, я тебе свой не дам. А? Говорю, Инер не дам.
Он в Т6 не нужен. Да, там мана бесконечная вообще. Да? Да, да. Сейчас мана бесконечная. Жека, ты же раньше играл, да, Фростон? Да, Арканом играл, мне Аркан очень нравился. А ты Аркана хочешь, наоборот? Я хочу Аркана сделать. Сейчас, когда там подняли Т5, ну, интересно стало. Веселее, но все равно это. Все, убили? Больше не будут летать? Рыба. Вроде все видели. Зортовское кольцо снял. РПБ. У меня и нет. Обновили фласки масла, у кого нету. Ты где мой Якуб? Вот Якуб. Будете бегать в квадратике. На пулы все на копыта. На Ариану. На копыта. Ну, вы же знаете, что это туда же. Серчин. Не, 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 с грабли. В Т5 можно высохнуть, по-моему, реально можно. А в Т6 уже не высохнешь. Все готовы. Ради рипера даю отчетную часть. Секунду, можно? Раз. Еще. Раз еще. 15 секунд. Раз. Два. О, расписание. Ну, там дальше тоже цифры есть, могу. Я так далеко не знаю. Ты как-то это самое, обо мне хорошего мнения. Чё, пинга до хрена стал. Ты еще 400 сейчас у меня. Как всегда, 130 задержка. Все, работает. Готов. Все, можно? Даешь? Да. На копыта. Ариану. Ну, того, этого самого. Да. Угу. РДДшки, встаньте. Сейчас поближе. Немножко отведу. Байл. Подожди! Геру, давайте с пула. Пускай Агрид. А чё, где Гера? Да подожди ты, Гера, я, блин, только поставил его. Уже пора. Дай хоть Бюрсу прожать-то. Побежали. О. Прилагал. Ну да, с символом поудобней. Но привыкнуть стоит. Кстати, плотнее, пожалуйста, ребятки. Прямо на краешек предыдущей лужи. Боже, Расим, я надеюсь, ты до меня достаешь. Перебежали? То, что ты молчишь, меня очень пугает. Перебежали? Блин, я даже не вижу, куда бы. Так, а Геру так и не давал. Да ну ее. Зашибись. Дайте БЛ, пожалуйста. Почему была команда БЛ, а об этом только Юля, Хил? Ты сама сказала не трогать пока. Кого, Юлю? Геру. Капец, вот там разливается. Да говорю, что все плотнее. Шелби, ты там где-то урон ловишь. Они даже не знают, люди, походу, не знают, что такое один фронт. На линию свою разлили. Даже когда это критично. Все пытаются выйти из другого, потому что не видят себя, и им не комфортно.
Нет, ну обратно вернуться можно. Куда подвести? Вот вдоль. Вы типа не влазите? Сейчас, подожди, давай после связующего подведу чуть-чуть налево. Я не стою, приходите ближе. Я сейчас подосну. Чуть-чуть. Босс, один шаг, пожалуйста. Перебегаем. Пойдет? Димки. Нормально, так комфортно? Ну, прям... Как будто в два раза больше времени на подумать дали. Ведь типа лайфхак сказал? Нет, просто символ попробовал. Я думал, не отлетание на суприлсе? Плохо. Рано выбегаете. Ребята, все отбегают только после появления кружочков. Не раньше. Сейчас один кружочек. Это кто-то один выбежал. Демон какой-то. У нас демон на... Один, кстати, два. Не обязательно на него лицом смотреть. У меня это, знаешь, на механике. Ну, на автомате, понимаем. Милики, пожалуйста, делайте так, чтобы хилы до вас доставали. Перебежали. Перебежали. Следующий вперед пойдет. Сэплосы. А что, наверх подниматься не будем? Я думаю, вам хватит места. Вперед. Амлок какой-то рано бегает. Демон лок, кто у нас? Или у нас их два? У нас же Асуми и Хруст. Я не бегаю рано, я демон лок. Значит, это Асуми. Это кричал алкаш. Ну, Хруст кричал. Расим, нечестно обгонять Эрдру там, где много хилить надо. Смотрите, на Асуми звезду поставил, понаблюдайте за ней. Сразу такой шелковый стал, да? Слушайте, когда в рейде ставишь на кого-то метку, сразу, ну, появляется мысль, а что я должен сделать или почему я? Ну вот, ну так вот. Теперь я, теперь не дам. Хорошо. И на него метку тоже. Давайте еще одну. Не надо. Все, смотрите за двумя теперь. Перебежали. Суми. А, нет, это не он был. Кто тогда в бок стоял. Перебежали. Перебежали.
куст не прохиливается, интересно. А, щиточки же. Перебежим. Слушай, ну нихера. Зависла, да? Блин. Да, все наверное, зависли. Зато мы починили Мактеридона. Вы слишком далеко. Это я тот ублюдок, который вперед убегал, да. Это правда. Мы уже поняли, что в тебя уже все плюнули, короче, через монитор. Надеюсь, ты получил. Вот три лужи. Смотри, я просто три раза хочу бегать, а мозг заставляет на месте стоять. Я не могу, меня аж трясет. Все, вылетели или как? Точно вылетели? А то я продолжаю жать кнопки, вдруг все просрется, а я такая, типа, классная. Нет, это уже выкинуло. Конечно, классная. Вылетели. Меня только что... Ну, хорошо, что не при разделении луза. 28%, сука. Ладно, ребята, 5 минут куримся. Козлы. Так, слава богу, еще раз можно будет зарубить. Все, тебе не надо. Теперь ты не отлетаешь. Да? А сколько у босса процентов оставалось? 28. А они убивают со скольки? С 20? Штурман. Кто убивает с 20? Не понял. А, ты имеешь в виду, если сервак лег? Да-да-да. А, вот этого я без понятия. Штурман. Короче, ребята, вот. Курите все. Короче, Марго, что ты видела? Что она ушла. Ага, я понял. Кто видел? Штурман отлетал, не? Не, все по фэншую сделал. Ну все, наконец-таки. Хруст! Да! Тебе не нужно ставить камни на манреген. Это очень трогательная история. Я не занимался этими камнями совершенно. Это синие камни. На монореген нет, естественно. Их, когда доделаю ПВП-спек до конца, мне осталось 2 алмаза туда воткнуть. Я воткну в первую очередь сюда алмазы на СПД. Молодец. Продолжай. Я сюда накидал то, что... С СПД было, а то, что плюсом шло, ну, по барабану. Приятный бонус, не более того. Не, ну я согласен, на Локе ману регенте это на самом деле полезно, что вот этот тап тупой не жать, богомерзкий. Для этого есть друиды, у которых есть иннер. Слышь? Что за предъява была? Иннер мой никому не дам. Прощайся, девочка попросит. Иннер только девочка попросит. Понял. А если мальчик в чулочках и юбочке? Иннер Эрдру идет только в Эрдру. Учитывая, что им сломали манореген. Ну или понерфили, как это правильно называется. Ставь камни на манореген. Ага, ты чё? И буду я с фулл маной смотреть, как рейд проседает. Нет, ты будешь с фулл маной стоять и раскидывать иннеры на локов. И смотреть, как рейд проседает по КП. Короче, бегает один демон лок, кастит свои спеллы, за ним 5 друидов бегают и по очереди иннер в него кидают. Слушай, ты мне арканы сейчас напал. Хорошая идея, мне нравится. Раньше так арканы тыкали одну кнопку, и с ним вместе шло 5 друидов, которые кидали ему иннер. Все. Главное стать в форме пентаграммы. И по очереди заливать. Можно и диаслэш, так можно и босса убить еще. Да ну его нахер, мы здесь не боссов убиваем. Жаль, эти времена давно позади. Теперь уже нельзя кидать истерию. Ты в курсе? Вообще, в принципе, истерию переделали. Да, только на себя теперь. Зато ты на себе ее там продлеваешь супер долго.
Это сделали, чтобы на других не кидали и ДПС не апали. Потому что по факту это вторые крылья. Признавайтесь, кто под быком лежит сейчас прямо? Над кем смеяться через пару недель? Ханты! Ханты понятно, что под быками, а еще кто? Там маги, я слышал, все на быков ушли, потому что взрыв работает. Ну, бык работает на взрыв. Коты были, но коты уже и без созвездия охренели. Меня больше интересует, что с активками будут делать у союзных рас. Удалят. 1 или 2% дадут, и все. Нет, допустим, ну вот Мишка Зандалар, это вообще имба, потому что 40% подхила раз в минуту. Это мощно. Активов больше вообще не будет, будет только пассивный. Класс. Как изваливаем Warcraft. Это как деградируем, но назад. Блин, и, короче, деградируем во все стороны. Ну да. Паладина одобряют. Подожди, мы же можем написать тикет, что мы убили босса, если меньше 30%, и нам зайдет ГМ, его убьет на 30%. А можно попросить нужный нам шмот? Там плащ на кастера, глефу и триньку. Триню. Да, триню. Вот, по-моему, очень многим еще нужно. Штурман, ты откуда? Проходите. Кто? Я откуда? Ну. Очень странный вопрос прямо сейчас. Ну, из Москвы. Ну, я только что обратно на твою губу наступил. В смысле? Ох, ё-моё, все настройки. Это было жестко. Она выкинула из инста. Выкинула? Меня выкинула, я у дверей. Я не в данже. Не, погоди, что ты имеешь в виду, что случилось? А вон тут обратно зайти нельзя. Давай напомпокаем всех. Да какой, я еще даже зайти не смог. Ты наступил на его губу не из-за того, что у него губа такая длинная, а то, что он жирал. О, ребят, о, ой-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 ой. Давай это помпокаем все, говорю. Маргон, не подходи ко мне, уйди от меня. Я убегала от него, но не успела. О, смотри, кикал, кстати, здесь, сердружка. Ну, класс, блин, повесила, я не знаю, что-нибудь. Я появилась, он бежал на рез. О. Я от него. Я не видела, что ты там рядышком бежал. Он страж портала жил. Сейчас лагает. А, это лагает? Он может заявиться? Я не здесь. Заходи быстрее. Чего мне постоянно сумка? Ну, входа. Пинг, 15 косарей. А, да, прекрасно. Да. Помпокаем. 2500. А вы про задержку? Вот, меня утащило куда-то. Женя в диване стоит. И труп штурмана проплывает рядышком. О! Прикольно смотрится. Я еще жив. Мудрости. Я только что видела, как вот просто мордой вниз твой труп плывет из одного конца в другой. Сядьте руки, и труп штурмана проплывет. 17 миллионов, блин. Твою мать. Что, не в курсе никто? Со скольки процентов они помогают убивать? Я вообще был не в курсе, что они помогают. У вас доказательства есть? Ну, у меня скрин есть. Но только у меня без процентов, а так чисто ХП. Ну, у меня есть с этого, с датвы общий урон 514 миллионов. Ну, все, он будет. Сейчас я напишу, короче, ГМУ. Я купаю, дай рез. Или уже пишете? У меня 3000 пока что, пинг. Там 28. А сейчас защит бунта банят? Мут дает вроде. Мут не страшно, мут можно. Ты же обе резаешь, нет? А всем поставки дали, кстати. А человек с мутом, он может ролить? Ну, в ЕПГП, я думаю, да. Не-не-не, вот знаешь, вот
Без аддона, если. Может. Да, может. А, то есть мут только на сообщение, команды можно вводить по-любому. Да, абсолютно, все что угодно. Ну, давайте, заходите. Все, что, давайте шкафчик, что ли? Жень, давай телевизор. Пусть я сюда могу поставить. Этот трансмог просто имба. Я захожу, извините. Почему не могу? Где ставить? Вы уже ставим, тыкните просто второй раз. Что за яйцо такое вокруг шкафчика? Ну, это типа щит с боссом, вот этот, механика. Так, а зачем? А, это вот это вот он так смотрится? На всех РДДшниках он так и висит. Так, Тималэйн не найдет. Я его увидела, почему я только живу? Женя только вот сейчас бегает. Ну, я не знаю, она как-то чудесным образом выжила. А, вон еще, Чарлис. Есть кость-то поставить? А, да, и у Чарлиса такой щит, и все. Да мне висит. Красиво, да? Я визуально. Ну, да. Я понимаю. Что, ползем дальше? Сумонимся. Давайте быстрее. Соберемся, бахнемся, убьем. Помогайте сумонить, пожалуйста. Тыкаем, тыкаем. И в свои, и в чужие тыкаем. Во все тыкаем. Да, Баки, бегите. Этот самый, кто тут хотел? Бойкарач, у кого-то была почта. Я тоже. А можно секундочку, внимание? Здравствуйте, мы можем вмешаться только в случае, если перед непредвиденной перезагрузкой у босса оставалось менее 20% здоровья и в рейде осталось не менее 80% живых участников. Фу, живые и 28% будет. Ну да, то есть нам не хватило 8%, чтобы нам босса убили. Сори, ребят. Поэтому мы сейчас убьем его вручную и смотрите за локами. А ты сразу на них метки повесишь. Смотри, вот у нас есть ромбик и трусы. Трусы на меня, хорошо, я в трусах. Как я одет? Да, да. Селфис, антилиги и холод. Заходите, пожалуйста, Гариус и Сумоним. Селфиса еще нету. Селфис я вижу. Я сейчас просто метку под милишников принесу и все. И все, и ГП, у меня макрос как раз на ГП. У нас как раз замены много. Смысл замены? Все окна-то это... Хрена себе у нас замена. Антирелигия, колод. Селсис есть вообще, нет? Надо поставлю еще. Да, Селсис вот здесь, антирелигия. Антирелигии в Дисе нету даже. А колода... А тоже в Дисе. А нет, колод есть в Дисе. Колод без голоса, если что. Я думал, рыбку поставил. Ну ладно. Прикольно, задержка 5-5-5. О, сделать зашел. Не, 0-4, нормально. Еще. Бойкарач, да? Оно вроде как по цифрам много, но я не могу сказать. О, антирелигия зашел. 5 кадров в секунду показывает. Колод. Не, вроде нормально, кстати. Колод! Но у меня еще не упало. Ну, Якуб. Не, он пишет 1500, 1337, но при этом нет задержки в заклинании. Ну, это ты стоишь. Слушай, а если не хилить его, то если босса начнешь бить, у тебя такое аниме может пойти. Суманите темного, пожалуйста. Будем ждать, побежали дальше быстренько. О, это еще один этот самый, как его там, демон. Давайте еще смотрите. Да, да, вот, больше демонов. Вот еще луна. Мне кажется, это дело в демоне и в игроке. Ставлю рыбу, кушайте. Рыба, где? Кушайте. Кушаем, бафаемся и побежали. А, метка побежала. Так, я пока релогнусь. Сейчас быстренько. Точно, сейчас тоже релогнусь. Ой.
А я не понял, где грабли, где владыка, что они меня в ПМ не заебывают сегодня, как-то даже рейд не такой. Не ругайся, темный вон в этот самый. Грабли на замене, а темный зашел. Азулис, ты куда? Сол Рипер, давай похаваем. Не пускай его в сову. Азулиса нема. Кидай меня за замен, да? Азулиса ждем, сейчас Азулиса видит, пойдем. Он в сове? Дайте пристабав, пожалуйста, по-любому. Спасибо. Ребятки, поставьте мамонт на секунду, пожалуйста. Арьяна, ни фласки, ни масла, трындец в огонище, господи. Это такая вообще. Ну, понаберу. Ну, по объявлению. По объявлению. Именно так их набирают. Марго, я предлагаю назначать старших по классам, чтобы они потом мучили новеньких. Я могу за магов включать легко. Шарпи, не знаю за кого. И повыбирается. Сургут, антирелигия. Я новеньких могу замучить так, что они любнут. Антирелигия. Задорон, ты же умеешь играть. Ты нормально играешь. Антирелигия. Все, даю что-то. Ой. Ну ладно. Что ж ты будешь делать? Извините. Яру, давай. Ладно, потом чуть-чуть подвигну. Пейте пока. Перележали? Перебежим. Расим, смотри, там 46к КПС. Перебежали. Петр, далеко, Марго. Что, далеко я? Да не, нормально, нормально. Или босс? Нормально, нормально, просто бегу до тебя прям полкарты. Что, опять летать начал? Ну, близко кого стоишь, и в кусе тоже близко стоишь. Максимально близко. А, босса. Хруст. Поднять его? Да, поднимай. Здесь нет. Подожди, следующий обстрел. Тогда. Сейчас, после волны. Сейчас придется немножко босса подвинуть. Это касается и миликов. А, он выглядит. Вышел из сети, не надо поднимать. Уже поздно. Милики, аккуратненько. Сейчас поверну босса и немножко его отведу. Аккуратно, аккуратно сейчас отведу. В чем я близко стоишь? Не достаешь? А это мы что-то далеко начали стоять. Или нет? Что он такой? Ну, развернись к этому. Сейчас, сейчас, подожди, гадкий. Все. Просто квадратик хватит.
Тималаем петарды не разолей. Плохо, плохо достал. Владыку поднимите. Поднимаем. Быстрее вставай. Сразу готовься, перебегай. Перебегай. А он что-то да, он не встал. Не встал. Значит, уже не встал. Значит, уже не встанет. Поздно встал. Оп, тут онлайн. Свет мигнул. Спасибо, это было максимально страшно, если честно. Сейчас, я щилил нон-стоп. Потому что я обосрался, ничего не скажу. Опять этот лог. Какой из? Какая меточка? Подожди, сейчас. По-моему, Ром. Я не в сети, а? Я захожу только. Сейчас нормально. Не надо кричать, ребята, вас хорошо слышно. Перебежали. Ребята, страсы не в сети. Мана сломалась опять. Перебежали. Перебежали. Малайн, Расим, Винер. Перебежали. Перебежали. Не кажется ли, подлагивает все равно? Да. Подлагивает. Есть такое. Если вдруг сейчас убьем, ну, я не все равно не упадет, максимально надо делать скрины лута. Перебежали. Когда будет 10% делать скрин кто-нибудь? Перебежали. Урон, ты где-то урон ловишь. Перебежали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Выбежал, да ну нахер. Карли. Перебежали. Перебежали.
перебежали. Перебежали. Сейчас прямо побежим. Перебежали. Соло Рибера Гром. И надо резать. Войтка, да. Могу только я, но я не достал. Перебежали. Я хузы где. Мана кончилась, блин. Тималайн. 2 секунды. Сейчас Тималайн даст туда, у него. В этот раз мана садится жестко. Ну, хера, я не достаю. Ну, хильте там, я так. Вас верю. У меня на свете вымкнулось. А, так ты вылетела все. Дайте мне сальву. Я не могу даже глаза отвести. Блин. Делайте скринай, ребятки. Ой, короче, дай, пожалуйста, сальву. Дал, дал. Дал бы следующий, Якуб. Сейчас Берсант катит. Перебежали. А в прошлый раз до Берса били. Я про свою Берсу. Придурок, тут нету, блин, тут нету Берсы. Это какая Берса? Берс, до Берсы еще 5 минут. Она спала. Геру, может, или нет у нас? Да, уже не надо, 6%. Так давайте, все равно там еще пока дойдем до третьего. Давайте. Антирелигия на радостях скончался. Стухну-ка я под БЛ, да? Слушай, у тебя проблемы с Адро или все? Перебежали. Я забиваю и по 10% всегда. За каждый пойманный им стак. Я понял. Поэтому у меня все нормально с Абро. Это штурман. Это штурман, да. Перебежали. Ну тут либо минус Абро, либо я труп. Хер пойми, что. Делайте скрин. Тапки. Дима, и плащ. С духом. О, плащик, ура. Еще там упало. Блин, этот творец инферналов уже задрал. Он падает, по-моему, каждый раз. Это потому, что он мне нужен на хилам. А я на друиде, ёпси. Так он как бы... Все, я поняла, да. Сейчас мы оденем, подожди, сейчас мы оденем медведя, и я наконец-то смогу туда пухли сходить, что ли. Тебе на первого надо медведем, на второго паладином. Я уже лохнулась. Да-да-да, кстати. Плачка у меня упала, короче. Да, я в прошлый раз тоже порадовалась пухе, потом поняла, что я не там. Значит, Россия. Творец трансформа. Идем на реликварий. Да ну, посмотрим, блин. Чем еще надо? Азули спадла. Слушай, мне он на 2 спека. Сам да, говорил, ману. Я подумал так же, когда вы на первом ролле. Нифига себе. О, ну хоть кому-то. Это звездное плетение менять. Да вот именно. Такое. А у меня все... Мне просто обидно, когда падают такие 303 шмотки, которые не нужны там. Подожди, я посмотрю, вообще разница есть. 2 интеллекта, 2 выносливости, минус крит, минус скорость, зато силу заклинания даст. И реген маны. Уся, а ты в какую сторону побежала? О, бегите, вижу.
Не туда побежала, да? Тебе туда дальше. Ну дай пойду жрать, пожалуйста. Тогда. Я не помню, был у меня такой. А вдруг ты не вернешь? Да, я сейчас вместо блочного его поставлю и буду все. Топ на танкой. Получается. Там получается по прямой мне сейчас бежать. Сурку хорошо. Бежать, да? Тара-да, туда к выходу. Ну, я сейчас встану, ко мне будешь бежать. Там он как раз трэш проходит. А давайте мы, знаете, как сделаем? Батерфляй Азули Сиены. Так, да? Давайте сюда возьмем медведя. В принципе, на реликварии он сможет постоять. А я пойду в Хилан. За босса бахали уже? Я... Не за первого, не за второго. За первого было, что ты врешь? Ты пытался. Пацаны, я пытался. Нет, сейчас... Блин, знаешь, Тём, на самом деле гораздо удобней. Но прошибает сильнее, это как два удара. Вообще, летать было веселее, ну вот просто. Ты чё, это ж... Можно нажимать не один чардж за бой, а два. Туда и обратно. Риппер. Зато весь остальной бой. Стоишь и финиш. Спасибо. А ты на хила пошел? Схожу отсюда. А кто-то один к нам придет? Да, ползу. У меня просто мобы прям за мной идут. Касим, сколько у тебя уже репок? 11 000 ровно. Отлично. Зачем здесь? А с кем надо смотреть репу? Пеплоусты, Карабора. Сейчас пилот Суману, подожди. Интересно, когда они введут обратно эту штуку. Опа, Саша. О, так я не нужна. Саша. И, если что, я готов уступить, кому надо. Тыкаем, тыкаем. Уступатор всегда на месте. Я там не вижу, котика. О, зарасщепив один из реликварий быта. Он реально улыбается, он скотина. Скотина, да, но он улыбается. Вы не рановато присумонили? Танков надо. Ты боб кинь. Что? Родители, да, когда пишет учитель, кого не будет в понедельник, начинается, я буду. Сука, в жопу свою. Штурман. Да-да. А, опять торпедой залетать, да? Нам еще один танк нужен. Не, так, нихера. Суманите вон Войда. Он у нас танк. Подожди, я там я жил. Я в Хиле. Была. У меня есть промоут какой-нибудь? Нет, дай мне промоут. А, ну ясно. У тебя же котик. Шарка открыли. Дробежка. А что, я тут пройду? Погоди, погоди, сейчас я заберу этих всех на себя. Ну и Мишка, скажите, пусть страхуют. Мишка, ты, конечно, хорош. Дверь, вернись обратно. Тебя подзвонили, чтобы тебя скормить трэшу. Короче, стой там в этом. В инвизе будь там, ты заберешь вторую пачку, эту не бери, эту я заберу. Куся, ты готова бежать? Да, да, я жду тебя. Сейчас, Расим, меня не хиль. О, Саша здесь. Вообще никак. А вторую ты кто? Мишка, давай вторую пачку. Духов там собирает как можешь. Надо, чтобы блок пробежал.
На нас бой повесился. Не страшно, гоните. Когда ж ей в бок? Ну, это диван. Подожди, а где? А, вот, все. То есть на... Можно только... Мишка, паркуйся, не к нам. Наверх, не... наверх беги, куда пошел? Побежала. Вы ему объясните до того, как он пойдет, потому что он здесь, по-моему, впервые едешь. Второй раз он уже здесь, должен был запомнить. Да блин, ни хрена. Не, на прошлом разе его просто саманули к боссу сразу. А, тем более, объясняйте, что надо умирать просто надо, чтобы выжили другие. Ты здесь просто пушечный. Не, она не успела. Она где? Сейчас, не-не-не, стой. Она, Зулис, отойди. Угу, ползу. Так, ждите. Все, дальше не ходи. И туда не ходи. Просто лысый зачмурил. Вопрос такой, а кто-нибудь в конкурсе участвовал вот, в Телеграме Сирус? Я вообще не... Мне, короче, 300 бонусов пришло куда-то. Охренеть. Вот читер. Ого. Поздравляю, прям ГЦ-ГЦ. И что теперь с ними делать? Крути монетки. Не знаю, сколько стоит там шмот, я так понимаю. Купи себе что-нибудь, думаю, то, что мы не закрываем. Но у тебя 300 бонусов, ты сейчас можешь какую-то охеренную шмотку себе купить. А сколько они стоят? Ну, шеи, по-моему, в районе 3. У тебя тем более скидки, по-моему. Бонусы вот здесь, говорит, пакт бери. А, пакт сквернокрови, действительно. Саша, ну, триня так называется. Это посмотри в магазин. Это для кого? Она 320, ему 20 бонусов не хватит. Разве что ему он, да, он в доне, там 200 рублей. Это для так кого? Сейчас скидки. Пала. Паладину? Да. Ретрику? Так, по-моему, это же не бис, по-моему, ретрику. Почему? Бис разве? Факт? Это да. Бис. Бис? Ну, что, ну, для меня он скорость, я его ношу. С ним ДПС выше. Я понял. А другим не нравится, но это ихние дела. Ну да, по-моему, там почему-то что-то вроде... Короче, я 20 этих за... Да, начал. Ну ты купишь себе... Сейчас 200 рублей перерасчитать? Или сколько бонус стоит? Ну, рублей. Да, 200 рублей. 10 к 1 курс. Окей, давайте пока так. Все, оба здесь. Рыбка. Можно рыбу пожарить? Да, вот вам рыба. Так, в прошлый раз вроде все здесь были, да? Вчера, ой, на днях убивали, все знают. Пожалуйста, ребята, вторая фаза. Рейндж 10 метров, 2 стака. Ребята, 2 стака максимум. На третью фазу. Звезда, первая, третья. Печенька, вторая, третья. Ребят, не, ну стоп-пункт потихонечку меняться, там, главное, на третьей фазе, когда он урон повышает. Там. Просто хернёй страдали, стоишь, ничего не делаешь. Набираешь максимально агро и стой. На первом, ребят, помогать косты забивать. Там не хватает 10 секунд отката. У нас есть Шелби, Зно, Шарпи, есть кому забивать косты. Так, я кто? Не-не-не-не, все нормально. Значит, я что? Я хилю, типа, да? Окей. Чуть петарда не стоит. Я куплю настой. Ребята, настой, Сатурон, Штурман, Блэкара, Чарлис, еда. Я сейчас обновлю. Есть. Обновляется все. Все, все готовы. А, рипера нет, можно там куда-нибудь.
Отверни его, отверни, рейд, это главное. Ничего, что он совсем стар, со всех сторон. Геракл. Чарлис. О, я уже бросил, Был только на третьей фазе всегда. А это потому, что сейчас. На первой третьей и на третьей третьей. Дайте ему сейчас прокастить. Сатурон. Была по одному салю, по второму пишу. Я ходил. Чарлис. Ес, брат, уже два раза притворился, сейчас откадешься. Притворюсь еще. Притворишься. Я по КД притворяюсь. Ага. А как Якуб откис? Говорить? Сейчас, да, говори. Так, все, все в центр. Лапку дал. А кто там корону? Квадратик. Не бегайте от душ, они будут вас преследовать. Они не танчатся. Они не там. Как и по ним стрелять? Расскажешь? Стреляй по другим. Ты просто стоишь и чилишь на переходе. Так, ребята, сейчас все набирают рейдж. 9-8. На второй фазе просто туннель по агро, она все равно стаканы с тебя скинет. Но фрейм у нее капец неудобный. Блин, я раньше не прописал. Ай. Нет. Фиг его знает. Если кто сдохнет, сами виноват. Блин, я пол рейда не достаю. Юзер 12 стаков, 14. Ч... Здесь бить нельзя в ДДшникам, на те стаки копятся. Потом они взрывают. Я не был стаков, я не за стаков умер. Лентонит. Из чего-то умер. Лентонит, может. Чародейское коварство. А это знаешь, это стаки. Это меня кто-то зажмолит, короче. Ну, значит, кто-то рядом с тобой взрывается. Сколько максимум стаков здесь? Два. Два. Нет, вообще. Максимум 30 чем-то. У меня, блядь, 84 уже. Да ладно, где? 88, 89, 90, да, вижу. Войт, дай БР по хрусту. 6. Так, где стоит юзер, чтоб я... Чарлис, игру. У него максимум 100, 99 точнее. 99, да. Больше не набирается. А сколько урона? Все. Не сбегаемся. Стойте, стойте, ребят, дайте взорваться. 198 тысяч. Баттерфляй ошотнул. Азулис, дай бэр. Вот кого не надо обнимать. Сбейте чуть ближе к центру, вот растянут фреш. Гоняй, чуток подвиньте в центр. Босса и вам. Тихо, ребят, давайте меньше флуга. Босса и вам. У нас будет петарда, массакр, копыта, массакр, бутерфляй, букв, азулис. У нас спокойствие. И первый будет юзер сдавать гим на хп. Марго, я не слышу, если что громче-то скажешь. Антирелигия. Первый будет сдавать гим на хп. Я боюсь. Все, встает. Тоже пообрел туннель, но надо теперь будет поменяться на 15.
Бейл дали? Бейл дали, пожалуйста. Бейл. Спасибо. Красим Сакров. Копыта Сакров. Не выбегатель, да? Да не стойте, выбегает, пожалуйста, да. Все в одном. Кто вышел? Демоны, блин, да вы задолбали бегать туда-сюда. Ампил дал. Нельзя вообще двигаться. Купол, дайте, пожалуйста. Вообще не шевелитесь, блин. Мишка, догони. Нет, блин, Адон сказал, беги. Слушай, Релла, а не Адон. Тим, дай на хп, пожалуйста. Быстрее, Тим, малай. Он не там. Все. Где? А, бегите к стенке. Умри, да, в уголочек там какой-нибудь есть у нас. Селтис, дай диван. Попробуй затаунтить, он там, по-моему, нет. Ну-ка. Он не таунтится. Дальше, дальше. Диван обязательно, чтобы не бегались. Ты на лайнбе, ты же закуришь. Да. Я на первый знаю, главный бить косты. По очереди. Но не снимай. Подождите, сейчас она пропадет. Подождите, мы сейчас прибежим. Все. Достаем потом. Или... Те, кто в метке, вас не достанут. А. Знал ли? А я? Влад, давай мосрез, а кто, да. Когда вы в метке стоите, не двигайтесь вообще, не шевелитесь. Мне главное, чтобы до какого-нибудь лога достало. Влад, ну, здесь я... у нас рез, что ты стоишь? Ну, я стукну берсу даже. В комнату не заходите, ребята, максимально там, на выходе. Есть? Да. О, а Суми есть, хорошо. Ставьте телек, ребята, до кого не достало, вставайте. Как должно было достать? А чё у нас с костами? А чё их не кипят? Как поставили? Да, придержи первую персону. Не, ну я тебе тупо буду агро забивать, это не то. Мы сейчас умерли из-за костов? Работает. Нет, мы сейчас умерли из-за того, что нам не хватило сейвов на третью фазу. Народ бегал, очень больно это рейду было. Холод, вставай, если не достал. А факту, Мишка, там на последней, ну вот этой третьей главе темная магия лупит, поэтому там будет больно. А так, хорошо бы, чтобы напулили сейчас в тебя на первой фазе, потому что я стакаюсь. Рыба стоит, ну, по-моему, и... первая бьет, сейчас скажу точно, она физой, по-моему, бьет. Но она снижает броню за каждый стак и может прилететь больно. Да, физический урон. Первая, вторая бьет. Темный, ну там не так больно танком, там миликом больно. А последняя бьет темный и стакает процентный урон, поэтому с ней тяжело. В прошлый раз был хомяк и Азулис, они вместе поднимали его. Марго, есть минутка отойти? Каски нет, каски по варам, каски по хантам. Да, стам, точно. 300 по Чарлису, по хантам. И, конечно, но... Сейчас фигню скажу, по-моему... По-моему, что? Нужно. Разовый вагон нужен рейд. Я вот, блин, 6 хилов. Штурман, Якуб, Бойкарач, Лида стоит. Пожрите, пожалуйста. Пускай будет на одного ДД поменьше, пускай это будет дольше, но убьется. Какого-нибудь новенького демона, который бегает на третьей фазе, можно поменять. Не-не-не, я уступлю даже. Ну, на второй фазе. ДПС нужен. Yes.
руку поставьте не от льда, а от огня. Пожалуйста. Зачем демон отошел? Раз, два, три, четыре пала в рейде. Три ура. Стоит лед, огонь, третий и первый. А зачем нам здесь лед? Так, а что поставить? Что здесь это магия скверная. Скверная это, по-моему, темная магия и огонь. Да. Я могу темку поставить. А, нет, темку поставлю. Все, дает чуть. Стоит. На пол в мишку. Первый собью. Второй не собью. В центр. Все в центр, сбегитесь, пожалуйста. Никто никому не подходит, пока не со всех не спадут стаки. Вот по центру все стоят. Никто даже не шевелится. Лока берить, нет? Подожди, там. Ушла по процентам или по времени? Стоим. Да ну, ребят, вы что, серьезно? Сказали же, стоим, блин. Азулис по Тималейну. Войд по Асуме.
смолы и похруст. Ну, Туром, подойди к Рейду, там на тебя дали. Все, все бабы сейчас все пойдут. Да не мог на тебе и все. Маги, дайте им тут. И приставай. Сатурон, у нас только Сатурон есть. Дай им тут. Ты немножко недопонимаю тактику. Встали все в звезду. Ребята, никто не шевелится вообще. Тут нельзя шевелиться даже. Веру. Бейл, да. Просим Саку. Я уже сдал. Можешь вставать из суха. Мишаня, вгони. Голос. Вытрахляй куклу. Сдаю. Или рано? Сдавай, вытрахляй. Яку. 8%. Юзер, на хп дай. Что вы там делаете на хп? Молите, ким? Молите. Ну, да. Шо, успел. Выбежали. Вышли из говна. На следующий треть у нас гимн будет сдавать Гариус и антирелиги. ЗС, обычка 25, я раз еще обычку. Героичка, герой. Так, нам всем хорошо. Важнее, чем ваш гимн. Да, 10 хм. Где-то там есть перебила. Ну вот Синдарей заслужил ощупку. Изменение святилище 20. Не, ну он же гер сделал, и потом еще обычка. Берегитесь, я жив. Вот когда вот там прилетит хуже, когда вот там чуть-чуть сложнее. Мы просто сейчас не пишемся во время второй этапа. Я просто класса. Боюсь того, что мы хп их обратно не поднимем. Поэтому заранее чуть-чуть сдал. Азот. Мы не поднимем. Малой, кстати, может на этой фазе, которая без второго бейла будет сдать, ну, третьей, сдать свое спокойствие. Может третью группу. Важно, третью группу, может. Обои. Шесть. Если Бойко будет танчить в это время, он тоже может сдать спокойствие, помочь хотя бы себе помогать. Там по 3К, если без дебафа. По 3К? Да, у него 1.5К будет хилить примерно. У него же нет силы заклинаний вообще, знаешь, Мишки. Мне кажется, что на третьей фазе даже 1000
некоторые спасут. Да, рейндж. А, сейчас вторая, да. Рейндж набрали, я опять удар. Так. Вот так. Все, не двигайтесь, я нашла себе место. Ну чё вы так ловите? Напоминаю, после исчезновения головы не двигаемся. За кастанул почему-то 5 стак. А на ГР зачем не было? 3 минуты. Чертей сколько вас от хруста. Зашибись. Спасибо. Куда в центр? Да куда вы ринулись? Ёлки-палки, ребят. Какой-то хернёй страдаете в очередной раз. Если сейчас выпьем себя все на сегодня. У нас 2 минус 2 хила, вы 100% сейчас сдохнете. 100%. Да. 3 минуты. Да, ну, не заливайте. А 30 у всех. Да, 2.30. 2 кило у нас легли. Да. Умрите. Иди сюда, диван. Расим, иди дай диван. Подожди, давай попробуем. Стойте. Стоп, попробуйте до этих. Не трогайте трэш. Все, хватит, тикает, тикает. Много тикает сильно. Не трогайте вообще ничего. 2 минуты мы тупо херней страдаем сейчас. Хильте их хотя бы. Бьете хватит трэш, жечь их. Пайпнемся. Женя! 2 минуты. Женя, не трогай ничего! Так давайте одного оставим, а не всех. Так они всех сейчас затыкают. А у Хеши, чтоб он по тому дальнему, блин, ну... Наносимый урон 320%, у них стикает каждый. Спасите Азулиса, наверное, да? Он сейчас вас просто... Он сейчас просто... Нет, шутит. Не работает. Да, позовите. Да залейте их, господи, ну что вы. Диван, вы умрете. Ну, сначала важно, дайте ГП, да. Реально. Предупреждали не один раз. Нельзя да. Сбегаться, потому что вы что-то идти с стаками своих товарищей. Реально, дайте ГП. У нас второй пул ложится Баттерфляй, Асуми. На конце второй фазы меня убил Хруст только что. Еще раз повторяю, вы выбрали место в начале второй фазы. Увидели, что есть рейндж, и все, и вообще не шевелитесь. Пока не начнется переходка между второй и третьей, и когда они спадут, у всех стаки. Хватит друг друга, блин, хренячить. Либо встаньте все втроем в одно место, умрите, мы хила потом рейстим из вас, и отправим туда же, где вы умерли. Никого нельзя убивать тут. ЕП? Это поощрение. ГП – это наказание. Ага. А что ты сейчас сказал? Да. Система Тёма, микрофон. Мы знаем систему ее по ГП. Спасибо. Ты лучше. Он же не объясняет. Да я поняла, что не нам. Но... Меня, наверное, не достанут. Я лежу очень далеко. Давайте сразу... Есть хоть один лог? Есть. Ставьте телевизор.
кого сунуть? Меня, пожалуйста. Меня, Шарпи и Кулода здесь. Тыкайте. Чё стоим мы в АКШ? Уже не в свою пошла тыкаться. Религия, вставай. По сумме ты косты этот набрался и умер. Чё, от чего ты? По детейлсу показано, что 138 тысяч ты получил от чередийского коварства. Чего-то она пишет? Когда... Это прикольно, но я больше двух штаков тут не набирал ни разу. Ну, ты спросил, кто тебя убивает, ты сам себя убил. Не факт. Таким образом. Пишет этот самый, Details пишет, чьи это стаки, потому что меня, мне, например, в моей смерти в скобках написало, что это там стаки Хруста, например. А Details пишет, чьи стаки. Посмотрите нанесенный урон по союзникам. И все будет ясно. Ну там не написано. Клеймо не а лоты, это что? И магия крови. Пишет хорошо. Клеймо не алло. Магию крови, смотрите. Вот. Это моя смерть, да? Ну вот, 10к последний, это тогда еще на пред-пред. Так, а до этого 23к. Шарпи, мы, получается, с одним хилом продлим третью фазу, но появится один сейф на 6 секунд. Вообще ни хера не замена. Тималейн, Хруст, Асуми, Темный Владыка больше всего урона нанесли. А магии крови. Так я в конце отошел вообще просто так. Шутка мне, Хруст. Ну, ты 364 тысячи по другим нанес. Мне магия крови, это я... Хуярит. Да в конце, нет, когда отходим, все не бьем центр, там вообще никого не бьем. То только тогда нанес урон. Для того, что 293 каны не смог. И вы, вам мешает Зортовское кольцо? Только на втором нет. Ну вот это уже, да. А то у меня что-то миллион по всем. Даже два. На второй фазе. Только я говорю, вторая фаза самая страшная, там, где нельзя хилить. Все остальное. Мне кажется, третья страшная. Все, там хилить хотя бы можно. Все, все готовы. Сейчас, если что, будем менять людей. Один драй и на замену будут. Даю чухи. Мешал давать. На первый можно. Чарльз, на тебя. Давайте 4% собьем.
сосались, 8 метров набрали все. А лучше 10. Юзер стаки туннелишь? Он, по-моему, тучку может засыпать, если не ошибаюсь. По окончании фазы стоит на месте. Идите вы нахрен, два одних и тех же блиндов. Нереально, это уже на это где-то приехало. Сколько было? Линканите. Просто бутерфляй, оба. Стоп, я не стоял, я даже не ходил никуда. Тихо. Линкани. Сбросьте смерть в чат, пожалуй. Да не эти, а вот которые из чата берутся. Информация о смерти. В общем чате кидается информация о смерти сразу после вашей смерти. Вот ее в общий чат. Да, shift и левая кнопка на нее. Азулис, дай, пожалуйста, БР по бутерфляю. Тима Лейн по хвосту. Юзер, тучка засейнула, да? Да-да-да. Я пошли 99. Набираю. Ну, рейндж. Сейчас кто танчит, медведь или воин? Зашибись, получше. Он сбил юзер. 180к. Просто я-то не умер. Рада. И все равно, значит, он рейндж не набрал. Он не набрал, он стоял возле меня. Я просто не могу говорить ему, понимаешь? Ну, я бью. У меня стаки, я 3 секунды профукал, я умер. А он стоял возле меня, прям рядом. Давайте этот купол, бутерфляй, давай. Антирелигия, гимн на ХП. Даю. Давай, я под гимн. Геру не давали, да? А, зашибись еще. Нет. На вторую мы оставим, нормально. На второй круг. Ну так была бы первая, третья, а так будет только вторая. Чувствуете разницу? Да, не здорово. Зато усилили. Я на хвоста БР просрал. Я ему дал БР, он не встал. Я не мог встать, я спросил, встать или нет. Встану, когда не в этой походу. Ты сейчас встать можешь? Нет, не могу. На полы тут... были. Ну ты как не туннель. И на полы делите, потому что на третьей фазе без прожимки Мишка умрет в следующий раз.
Да, ну хотя 3 минуты, в принципе. Да. Без радара Да, сейчас фазу уже. По тебе нельзя делать, потому что я не второй по игру. Все в центр, в центр. В центр все. Не побежим. Мы сейчас подойди к нам. Сейчас вторая. Антиклики, подойди к нам. На тебе висит. Рассинг 12. Я знаю, сколько я могу. Асуми, ты стоишь самоубийца рядом. Марго, поставь на юзера метку. Посты. Не сбегаемся, не сбегаемся. Ой, по вкуси выкуси, дай, пожалуйста, БР. Все, все, центр. Все уже, все, давай. Все в центр. Дайте баку по вкуси выкуси. Сейчас все на пулы не давайте. Дайте один. У нас их всего два. Ну. Можно от меня. У тебя берса откатилась?
А, отлично, тогда все на пулы в меня и берцой заберешь. Что не забыть? Печеньку бегите. Давайте чуть ближе подойдем. Пока не надо, пока нет. Ну. Герой. Подожди. Дуэл давайте. Просим Саку. Что-то я не убил, да? Нету дуэла. Да, есть. Сейчас 15 будет. Давай купол. Азулис подними нас. Да. Гариус, гимн на ХП. Кончилось. У меня только один ничего. Прожимайте давай. Сейчас следующий баттерфляй будет. 6%. Баттерфляй, гимн на ХП. Потому что минус 2 ДД, фаза затягивается, и мы просто не вкладываемся. Умрите, дайте кому-нибудь там, может, что-то. Пойдемте все к началу, чтобы можно было резнуть. Да, все, умрите в черепе. Вот. Минуту био отбежал. Алин, хотела дать ему. Не, я могу резнуть, если что, я типа... меня убили, все, ладно. Ты же кому-то дала? Или на тебе? А, вот. А если я сейчас стану босс Сагрис? Ну, нагрится, как только запустишь в комнату. Не надо, сейчас резут. Тогда не буду камень души трогать. Опа-на. Бой еще висит. Нет, все. Все, все будет. У нас есть диван. А, это я. О, какие все красные. Юля, ты можешь на замену Саши сюда сумоним? Хочу спать. Давайте последний трай, потому что трай долгий и умирать на какой-нибудь там второй, третий вообще нет. Надо не круто. Да, это last try. И хватит дохнуть на первых фазах, пожалуйста. Марго. Предлагаю для Хруста сделать отдельную метку, где он будет стоять, и чтобы от него отошли, и он никому не подходил. У меня есть радар, я все прекрасно вижу. Мы заметили. Почему мне прилетело такое? Я тебе еще раз говорю, мы заметили. Как он у тебя есть и как ты видишь? Шарп быстрее скинуть, он не горел красным вообще. Тут рез. Шарпи и юзер здесь. Юзер, если можно. Шарпи. Где Шарп? Он там где-то в центре лежит, ну да. Все здесь. Там сом. Рыба стоит. Саша где? Погоничек. Белка орехи прятала. У меня в фласке осталось 15 минут. Ну вот как раз на трай. Трай длится 20 минут. Пришелся, нет. Дайте еще риперу сюда с уроном взамен. Тыкните в сумму. Так, розовый здесь. Не хочешь, если я не вижу. Да.
ей надо. Рыбку кушаем, бафу-бафу. Рипер, заходи. Где ты там? Здесь. Рибов. Так, дайте-ка... Инту, пожалуйста, рипер. Не зря, не зря. И я у фласка. Асуми фласка. Азулис фласка. Штурман еда. Ну, Кирилл, ну, сядь, поешь, пожалуйста. Все, вижу, сидишь. Еда. Владыка, выпей фласку, БК. Все фласки выпили. БК-шные. И маслица. Босс, нихера не простой, поэтому и масло, и еда. Ай, 63. Да, скоро драка за МК прекратится, они ее скоро урежут. Я вам говорю, этот белый подрывник снова взорвет кого-нибудь. Тимирч. Вагон масла. Дайте владыке БКшную фласку, пожалуйста. Ну, закончились, говорит. Я пропали макросы на ГП. Я хотела владыке ГП дать, а не фласку. А, вот в чем дело. Ты думаешь, ему фласка поможет? Он 20к дает всю дорогу. Ты шестой лог. Может быть, начнем и типа спать пойдем? Шарпи, ты где? А где? Я тут, тут. Ну я хотел бы. Во, все. Поехали. Поехали. Что? Есть на рипере все пал. Брисов. Я одну так вторую. А, на это нормально. Тималуэн, дай, пожалуйста, БРК. Да не нормально ни хера. На варе это нормально. Нет. Я ж почему на варе не люблю для этого вопроса? Я постоянно варюсь. Это если мозгов нет, Тём. Так откуда у вара мозги? Инду бафуют маги. У нас для этого вон маг есть официально. Маг, дай инту. Дай по колоду еще раз он тут говорит. Дух повару. Дайте баг, а то не мне только инта. Он хп будет быстрее восстанавливать. Правда, вне боя? Баг дайте. Саша, пожалуйста, скажи, что ты с массакрой здесь. Да. А на самом деле что? Она. Да, она написала. Противная вторая фаза, рейндж. Сейчас вторая фаза исполнит, да? Не-не-не. Три круга. Победный не спать. Три круга и урод. Три круга, да? Просто умрешь. Как угроза вообще звучит? Если кто-то сейчас умрет на второй фазе, либо в конце второй фазы, сразу сбрасывайте в рип-чат свою смерть из общего чата. Забыла добавить, иначе ГП. У него уже 13 фазов. Рипер. Рипер смерть. Хруст смерть. Сбросили быстро в чат.
Да не эту смерть. Не такую смерть. Из общего чата сбрасывайте квадратные скобки с информацией. Чарльз. Друг. Словам не верим. Сорвал антирелигия, да, на 21к. Это не прохил. Я за такой не прохил, буду тебе рипер давать ГП. То, что вы стоите, блин, не держите между собой рейндж. Друг друга взрывать. Стоять, стоять, стоять. Если тебя взорвали, значит никак надо. Так, у нас Тима Лейва, КД, Азулис по Риперу, Войд по Хрусту, БР. Да. Втаём. А чего Хрусту был? Бафы дайте по людям, пожалуйста. Сейчас мы побежим в звезду все. Ой, Саша на русском. Да, рейндж 10 надо. Я не знаю, я понял только 10, но лучше держать рейндж 10, а не 8. Слушай, я просто назад убегаю, я так себе подальше. Хорошо, давай так. Геру будем отдавать на первую? На первом кругу? Обязательно. Как только появится первая лужа, сразу сдаем БЛ. Сразу сдаем Порси. Я все равно в тебя на пул подошли половины. Я первый сдаю, да? Да, ты будешь первый, я вторая, Саша третья. Говори, как это. Геру. БЛ дайте. Давай, Масаку. Первая пошла. Вторую сдала. Саша, давай Саку. Давай, обгоняй. Купол. Баттерфляй, давай. Зависли, нет? Зависла. Yes, блин, да, зависли. Спокойной ночи. Всем. Да, ребята, это... Победный трай. Расим, ты... Сможешь? Ну, никто из рейда не... Хотя, ладно. Да, Эро, я сейчас, как откатится, зайду всем ЕП за конец, да. Это... Нет, ну это издевательство, ну вы посмотрите, блин. Я, кстати, уже реально не помню, вот давно такого, чтобы во время РТ... Такое, ну... А нет, а сегодня вообще что-то, блядь, постоянно... Зато мы ускорили ИК. Там... А в Дэтле было написано, что Хруст сам себя шотнул. Да-да-да, у него он стаками убил себя. Так он набрал, да. Один стак 14 тысяч, ну, да? Что-то в районе 14 тысяч. Стак 2 тысячи наносит. А, 2? Ну, 2 вот он. Я спокойно до 10 набираю, я не стыхаю. Не знаю, я 14 удерживаю. А, нет, я больше 10 боюсь. Мало ли кто-то решит подойти. 99 держу. Нет, может. Слышишь, с Хрустом вообще непонятно, потому что Хруст стоит рядом с черепом, а череп крутит по 90 стаков. А, там именно в скобочках написано, кто нанес по нему урон. Если вы откроете, там видно, что он сам себя шотнул. Если бы урон пришел от юзера, там бы было написано в скобочках юзера, а не Хруст. Ну, получается, а там же расовые вот эти вот стаки, они же тоже копятся, да? Там, вот если... На ДЧЖ копится, из-за этого мне пришлось от него уйти. Чисто из-за этого босса. Какая раса у Хруста? Созвездие. Гугли. Созвездие краба. Лена Фрейли. А чё это, в воскресенье получается продолжение, да, так сказать, страданий? Суббота. А, в субботу точно. РТ поставили в субботу. Ну, оно в субботу будет. Блин. Ну да.
Все, лето кончилось. Миритесь. Лапа закончилась. Да. Как мы теперь без игры в субботу? Лето кончилось, пора вайпаться на башке, ребят, все, отдохнули. Самое печальное, только Игус 2 лежит, все остальные реалмы нормально работают. Турман. Кирилл. Сейчас подожди, какого там 12 сентября будет какой-то новый рейд там открываться? Реально, что ли? Ну, не тут, а на X5, что ли? Где-то Ульда, короче, А-а-а. Будет открываться или что-то такое. Там тоже будет неделя. Да к тому же недавно только открывали, что они так быстро контент пилят. Не, вот сейчас почти в середине сентября у них какой-то там рейд будет открываться. То ли у X1, то ли у X5. Ну, если на X5, то тогда скоро ждем их в гости на X2. Такой ускоренный выход контента уже на X4. Они уже создают темы, что X5 мертвый, спасибо большое, типа, поиграли. А что, они сейчас перейдут, им на халяву, там, как обычно, 3-4 брюля накинут и все. Ну, получается, да, типа, оделись на стороне, зашли на развивающийся сервер и все. Дальше развлекались. Так, ребят, по итогу мы будем пробовать еще или это расход? Это расход однозначно. Что завтра делаешь? Работы. А после работы? Домой еду. А потом Ульдуар? Потом в Доту мы с ним играем. С Санролом сердцем, да. Да, я завтра пораньше могу, вечерком можно собрать Ульдуар, приходите. Расим, ты слышал? Да, слышал. Расим, ты Ульдуар или нет? Нет. Нет, это фан рейд. Вот смотрите, особо не придет. Ребят, вопрос такой, а вот нам сегодня дали 15% ГП, это за что было? Это не ГП, это срез. Это чтобы экономика ЕПГП выравнивалась, чтобы старички не улетали в космос по ЕП, а новички могли догнать. Срезаются как ЕП, так и ГП. Так что это нормальная еженедельная практика. Да, я уже в топ вырвался. Но старички все равно сидят в топе со своими 6000. Ну, потому что они ходят постоянно, уже давно оделись и ничего не лутают. Я все жду. На сервис. Нас ебешь. Ну, слушай. Хороший вопрос. Азулис, ты как сможешь? В принципе, после 6. Ну, как это? Как домой приду? После 6, ну что, половина 7-го, 7 по ММСК. Да. Так что так, подходите. Ну, он, если Войд придет, вообще красота, там максимум 2 танка и нужно. Я где-то в 7.30 подтянусь. Отлично, на сбор успеем. А так, ребят, чем больше наших соберется, тем быстрее и результативнее мы все закроем. Потому что пугов разных одевать, объяснять им какую-то хрень, ну, уже немножко надоело. Есть там хорошие ребята, которые с нами... Че говоришь? Игорь, я в заездке видел, когда такой... Это молчишь, я такой, а ты им рассказал про метки? Не, просто уже знаешь, когда ходишь туда 3 с лишним года, как-то само собой разумеющееся, ты думаешь, что все знают. А по факту придет какой-нибудь анфазик, который вот в стамину забивается и как-нибудь занимается. И вот спрашивает, ЕП будет? Нет, не будет ЕП, не будет, завтра не РТ. Дай ему ЕП. За РТ не будет, ой. За РТ будет, за Ульду нет. Да. Сейчас да, сейчас за конец всем дадут, а завтра Ульта без ЕП. Если придет сильный состав, мы убьем Алгалон. Что, всех кинуло, да? Мы всех давно уже кинуло. А, ну просто можно уже зайти. Да? Да. Что, Деха, ты уже приходи завтра, если есть возможность, я точно говорит, возьмем. Ульда как раз приоденешься. Давай, Расим, и ты, и Марго, чтобы... накинули. Мы страдали. Кстати, ты зачем своего персонажа скинул? Ой, ребята, меня жрет голова. Ты видел характеристики такие?
Берегите свежие. 6 тысяч сил заклинаний. Там за конец дали, нет? Нет, подождите. Нет, сейчас дам. А то там Нур-Султана собирают. Сейчас. Абу? Норика. Почему Нур-Султан? А, вот, все, Якуб дал. Ну, ты тоже, да, что зря говорил. Ладно, ребят, всем спасибо за рейд, давайте. Всех желающих завтра ждем. Там дали на число за конец? Да, дали. Там норик, там. Завтра идем с анроллом этого. ОД? А, да, точно, ОД. Блин, и Малара собирают, и Норика собирают. И Ока, блин. Танк нужен, блин. Ты Ока хочешь? Я хочу есть. Азулис. Да. Давай Ока сварим как-нибудь, хэмочку. Слушай, я там был пугом. Там с тактиками сложно. То есть давай, люди просто не понимают, что делать. Давай я свожу. Ну, если хочешь, давай я соберу, ты сводишь. Нет, типа, интересного много там что. Ну, в целом. Там шинская горячесть есть, которая еще оградает. Вот, Триня, я за нее тебе говорю. Хороший. Блин, Триня, пожалуйста, я Триня не в игре. И там Не дают. Там Триня этот, как она, юношеская невинность. Гильду плюс они. А, юношеская горячность. Невинность. А, на 50% увеличивает. Гильду плюс они те. А, слушай. Это Норик, это да. Это на Норика, да. Войт пишет в пати. Я дал всем пати уже. А там дают это, да? Монетку, по-моему. Да. Да. Блин. Уже бьют или нет? Нет. Еще нет. Да, еще. Так, блин, кто-то не влез, по-моему. Да, за квест дадут монетку. А, вот эта утриня, она как долго действует, юношеская горячность? Пусть, а тут фуловый уже рейд. Или нет? Да. Кидаю, бери быстрее. Она уже в группе. Меня босс сейчас убьет. Юзер. Да. Тут? А, она у нас. Да, тут. А вот эта триня, как долго действует юношеская горячность? Ой, ёлки-палки. Просто 50% агро? Звучит ни хрена себе. Ну, короче, это типа мастаунта у медведя, у вара есть. Он 3 секунды, короче, типа агрит на себя всю парашу. И плюс ко всему еще 50% угрозы. С КД минута. Ну, короче, она в бисе сейчас прописана в бисе, там и просто лютая просто триня. Она же всегда такой была, ее просто никогда не указывали. Не видел, да, потому что воком никто не ходит. Так, и что, ты хочешь себе на ДКшку? Да нет, я просто хочу сходить, потому что мне Ока нравится. Это, если хочешь, ну, тебе ее заанролим. Ну не, я тоже, мне хочется мне потестить ее. Ока нравится как инст сам. Слушай, а скажи, вот этот кельп в конце, он такой же, как в обычке, только да, без оружия? Принцип тот же самый, только очередность выхода помощников убивается не так, что по одному. Убивается, они одновременно выйдут, мы их убьем, разделим рейд, убьем их пачкой. И принцип, ну, все то же самое, короче. Ну ладно, ты в принципе, если провести сможешь, я... Да мы же ходили уже, я же водил, мы вот кильдой ходили, закрыли. Что-то вроде все вау, давайте ходить, так классно, забили просто все. Там вообще аксессуары бомба. Мне такое надо. Да там и пуха вот это вот, я же себе напала, забирал ее. Шалукдум? Нет, Моргенштерна. На типа Сарталиса. Типа Сарталиса он идет. Ну, лоб-щита, защита, мастерство. 90-й видел. Да, хорошая. Тринька там на крит кастером неплохая, которую недооценили. Посохи. Ты меня прям заинтриговал с этой юношеской горячностью. Я ее раньше ни у кого из танков никогда не видел. Потому что она просто падает резко. Нет, ее ну просто как-то ее игнорируют, ну, в целом, и носят. Мне упало, но мне не повезло в прошлый раз. Бисовые триня обычно носят, а тогда, слушай.
Звучит, короче, любопытно. Да. Я за любой движ. Главное в день выбрать, конечно, смогут. Среда, либо пятница, я так понимаю. Либо вторник, если мы во вторник не дадим теперь. Вторник можно. Я во вторник, скорее всего, буду. Дядя просит Триню линкануть, который на кастер. Ну, блин, это чат надо открыть, посмотреть приключения. А, ты про фиал? Фиал, кстати, тоже неплохо. О, красивый посох, слушай, прям пощупать на транс. Малай, там еще не увидел. Ладно, ребят, пойду я. Всем доброй ночи. За вас спокойной ночи. Пепел Алара там падает, который, блин, по 200, по 300 тысяч покупают. А я не вижу. Я с этими. Все не видишь. Альянсы. У тебя слайдруха? Да. Обидно. А, принимай быстрее. Последний раз. Да. Последний раз что-то информацию давали такую, что Алара что-то там за миллион купили, что ли? А, ребят, извините, пока не выпал далеко. Поставь, пожалуйста, это событие. Войны дали. Разулись. Охота на Альянс. О, красавчик. Ты сделаешь эту? Ой, выбегайте. Самое прикольное, что я вот этих вот всех красных даже не видел. О, как раз. Трындец Хонора нас сыпет именно. Давай, как же есть. Если сейчас ливнуть спать, то вы будете красные для остальных. И вас убьют. Я и так красный всегда для всех. Слушай, я сдал сегодня квест Норика, сундучок открыл, подошел к порталу Даларана, а меня там Рога заточил. Это чё, почему бой такой висит? Типа он тоже ордынец, но он убил меня. Из-за пати багается, когда ренегаты. Тут даже не ренегаты, тут из-за того, что вы ПВП были, тебе временно дебафы. Ну, типа бой повесился, да, типа? Да. Ну, понял. Там что-то уже минута, не минута. ПВП вообще деревянный. Ну да. Что за посох? А, последний вот вдох. Почему? Выпал, говорю. Я сейчас смотрю посох, и он мне автоматически снимает платье. Я типа в лифчике стою с посохом. Че за прикол? Какой посох ты смотришь? А вот ты линканул, который исцеление тьмой. А ну ты открой приключение просто. Не-не-не, я его открываю, в смысле, посмотреть на себе, примерить. И он мне показывает персонажа без этого. Ну, короче, вот так вот это выглядит. Я стою сам в платье, а он при этом. Там охоту не видно было? Кто-нибудь варит, нет? Слушай, есть... А, Альянс. Я сегодня 7 охот сделал, блядь. ОКХМ собирает. Так он... Антоша Абобус собирает охоту на Орде. Ага. Или собрал уже. Я пошел второй залп. На этот, я что-то чат просто не вижу. Женя, есть если слотик там, плюсик там, или как там, или... Уже забито. Только с Они, нет. Мне искать потом. Ладно.